ходе Сталинградской битвы всенародная партизанская борьба на оккупированной советской территории поднялась на новую ступень. Она оказывала все большее влияние на результаты боевых действий на советско-германском фронте. Партизанские формирования активно участвовали в срыве экономических, политических и военных мероприятий врагов. Осенью-зимой 42 года партизаны оказали большую помощь армии своими диверсиями на растянувшихся немецких коммуникациях. Наступление группы Манштейна, начавшееся 12 декабря, откладывалось в связи с медленными темпами доставки военных припасов на Дон. Это было вызвано действиями партизан. Во время оккупации некоторых районов Сталинградской области действовало 9 боевых партизанских отрядов и свыше 30 диверсионных групп с общим числом 276 человек. Выполняя директивы об организации борьбы в тылу фашистских войск, крестьяне прятали продовольствие, скот, лошадей, колхозное и совхозное имущество, приводили в негодность трактора, автомашины и другую сельхозтехнику. В 1943 году все партизаны, павшие в неравной схватке с врагом и оставшиеся в живых, наравне со всеми участниками Сталинградской битвы были награждены медалью за оборону Сталинграда.